Рюкзака, где стекаются две реки, Эльба впадает в Уртыш. В принципе, так же, как и... Простите, Ульба, да, что ж я такое говорю-то? Вообще за географию единица. Ульба, совершенно верно, Ульба впадает в Иртыш. Так же, как и здесь у нас неподалеку, есть целых два слияния с рекой Арысь. Восточнее с рекой Ахсу и западнее с рекой Баралдай. Я хочу пригласить наших усть-каменогорских друзей в лице... Ну, одного человека, это Калыгаш Тимирханова. Но я думаю, что она сможет достойно представить наш восточный регион страны. Калыгаш. Спасибо. Здравствуйте. Вы... С праздником. Стульчик вам не нужен. Большой горячий привет, Усть-Каменогорск. Песня называется Елене Курбатовой, авторская. Мелодия пришла, ищу, ловлю слова. Поэзия ушла, а может, не была. За то, что есть у нас, ты, девушка, душа. Как у меня смоглось, благодарю тебя. Ах, эта девушка такая, вся в ажуре и в манто. Бабочка на шее, шляпа красная авто. Высокое искусство, театры и вино. Ах, эта девушка с немого черно-белого кино. Поет стихи, читает и танцует так легко. С поэтами знакомит, будто знает их давно. Закинет слово семя, не заметишь, как зашло. Чье-то вдохновение не признается никто. Ах, у девушки улыбка, где Рафаэль, где Пикассо. Порхает платье ярко, забывая обо всем. С сарказмом скажет, зная, рассмеешься все равно. Но иногда бывает, с грустью смотрит в окно. Но это же проходит. Ах, эта девушка такая, вся в ажуре и в манто. Бабочка на шее, шляпа красная авто. Высокое искусство, театры и вино. Ах, эта девушка немого, черно-белого кино. Спасибо. Спасибо за поддержку наших исполнителей. Многие из них, кстати, друзья.